В Республике Казахстан создан один участок для голосования в городе Астана. Однако большое количество граждан Беларуси проживает в городах Алматы, Караганда, Павлодар. Поэтому было принято решение организовать голосование по месту проживания граждан в этих городах. В каждый город были направлены по два члена участковой комиссии, и сейчас там идет голосование с 8 утра.